Привет, мои сладкие крошки! Жаль, наша любимая рубрика упоротых игр. В этот раз я буду играть на телефоне. Почему? Потому что на компьютере эта игра почему-то у меня не запускается. Прошу прощения, ребят, за голос. Я забыл принести свою домашнюю работу. Эта игрушка практически ничем не отличается от предыдущих. В общем, здесь нужно что-то стирать, что-то убирать, что-то рассматривать. Так, какие правила он нарушил? Татуировочку? С татуировочкой, видимо, в школу нельзя. Осуждаем такое поведение. Обыщи ее и найди опачки. Опачки, попачки. Nice. Найди оружие. Ага, это у нас что за бутылка-то? Опа, это коктейль Молотова. Ничего себе, гранатку она себе держит, и ножик. Вот это да, вот это опасная дамочка, опасный агент. Я ненавижу деньги. О. Я случайно просто навел эту купюру на ее лицо, и мы прошли. Поймай тех, кто пропускает школу. Так, нужно замаскироваться здесь. Опачки. Попался! Прогуливаю школу! Нет! Быстро на уроки! Сейчас, конечно же, лето, ребят. Можно отдохнуть от школы, согласен? Какая хорошая музыка, что? Оп, 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 девочка поет. Я просто нажал на он, и все. Очень легкие уровни какие-то. Рассмотри магазин. Ой, рассмотри журнал. Так. Фэшн. Куда тут? Куда тут надо тыкать? Так, нужно что-то рассмотреть. View Magazine. И, кстати, вверху у нас какое-то онлайн-соревнование с какими-то игроками, которые сейчас со мной одновременно смотрят, играют в эту игру. А, нужно стереть! Тю, ёлки-палки! Ё-моё, что за уровни? Что за уровни? Что младшая сестра делает? Гений, ты упоротый уровень, ребят, никогда не играйте в это. Ой, я просто, о чем мечтает Джек? Он мечтается познакомиться с одноклассницей, которая ему нравится, а она не подает никаких знаков внимания. Кто у нас списал домашку? Но если честно, можно просто на всех потыкать и... да, мы выберем... Того ли... Дальше, что у нас тут? Не, ну это такой тупизм, честно. Почему Джек смотрит вниз? У него телефон, а он кушает! Четко! Удивительно, обычно, когда дети сидят на уроке и смотрят вниз, они 100% в телефоне, 99%. Но здесь он кушает. Ну хотя, возможно, на задней парте я что-то тут, ребят, нажал и одновременно прошел. Так, кто убежал с урока? Необычные у нас тут уровни какими-то... Ой, ой, он имеет тату. Что? Я просто снял рубашку, короче говоря, у кого была татушка? У него. Так, так, помоги Джеку завершить домашнюю работу. Ага, просто скопировать и все. Что у него внутри его рубашки? А, подарок для учительницы любимой. Вы тоже дарите своей любимой учительнице подарок? Математички, то любите дарить подарки? В виде своих двоек. Так, обыщи и найди у нас оружие, да? А, вот. Это у нас строй. Какая-то плетка была, что? Какие-то наручники. Куда тут? Где тут? Я не вижу. Я пальцем вожу и не вижу ничего. Может, на голове. А где еще? Я реально не вижу, ребят. Я пальцем загораживаю. А! Вот он, сюрикен у него в волосах застрял. Ё-моё. Почему Джек такой высокий? Я хочу... 1,80 м. Почему он такой высокий? Непонятно. Куда-то тут надо тыкнуть? А, надо ботинки ему снять. Все, он на каблуках стоит, 20 сантиметров надел. А, мальчики надели каблуки. Куда Джеку спрятать телефон? Опачки. Звоним. Это что за хуйня? Никогда не сиди в телефоне на уроке, ребят. Помоги. В общем, сделай операцию вот этому баклажанчику. Делаем операцию. Так, куда тут? Достаем. А баклажанчик родил, все. Вот это да. Беременный баклажанчик, вы когда-нибудь такое видели? Как быть замечательным классом? Угу. Надо, наверное, перестать шуметь. А-а-а, открыть окно и наблюдать, конечно. Так, что? Что? А, надо его лупануть по башке. Защити от буллинга. Буллинг мы осуждаем. Так нельзя делать, так нельзя поступать. Ага. Ага. Они играют на раздевание. Что? Чего? На комоцина на раздевание. Что? Ниху. Ну-ка, давай у нас... Мы выиграли? Найс. Прикольно. Чё? Она выиграла. Ну-ка, давайте попробуем, чтобы она выиграла. Нет. Нет! Он выигрывает! Он выиграет камень. Давай. Oh. Чё?
ёб... Останови! Он победил, мы победили, ребят. Повезло, повезло. Ой, это такой кринж, это такой кринж. Кто играет допоздна на компьютере? Так, он, у него глаза красные. Ребят, не играйте, пожалуйста, ночью на компьютере. Не сидите в КС-ке, в Доте, нигде. Это очень вредит здоровью. Что, я что-то куда-то нажал, и я уже прошел, я даже не успел прочи... Оп, оп. Делаем операцию вот эту баклажанчику. Чего себе. Все. Огурчику, огурчик. У него был, наверное, какой-то аппендицит. Дальше. Сопоставь девушку с Санта. Так. Ух ты, аниме, какие-то аниме-девушки. Ёлки-палки. Вот это, да? Она в снегу, в платье Снегурки. Все, я понял. Так. Надень, чтобы быть максимально привлекательной. Так. Ага. Класс. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага, у нас тут получается какой-то инд. Осуждаю! Найти вещи, которые он не может спрятать. Телефон. Ага, перед экзаменом, конечно. У нас еще тут. И зажигалка. Он курит! Осуждаем! Курение вредит вашему здоровью. Что нельзя скушать? Какой предмет не может быть съеден? Я просто натыкал. Победи этого... кибербуллинга. Что? Жизьки кончились. Просто так тыкать не получается. У нас еще есть время. А, надо расчесаться. А, во, расчесываемся. Опа. Превратились в какого-то супермена. Ничего себе. И победили, да? Надо жизни сохранять. Убери звуки какие-либо. Так, надо протереть, наверное. Наушники сними, браток. И посмотри, что у тебя капает кран. Что они сказали? Ага, надо подслушать. Домашка слишком сложная для меня. Кто потерял ботинок? Нет. Ой. Понюхаем ботинок. А, это мой, свое не пахнет. Кто не учится? Ага, любовные истории. Клуб романтики. Может, поиграем в клуб романтики, ребят? Сломал дул. Конечно же ты, браток. Конечно же ты сломал, естественно. Джек должен солгать. Ага, у него какой... У него 59 баллов, я не понимаю, я просто что-то тыкаю, у меня получается. Так, обыщи и найди у нее оружие. Ядрен батон. Какие-то девочки опасные в последнее время, вы только на это посмотрите. Базуку с собой носит под волосами, ничего себе. Вот это да, так, кастет, ножик, елки-палки. Вот эта девочка, вот это опасно девочкой. Так, обыщи и найди у нее отвертку, гранатку. И ножик. Ха-ха, естественно. А, найди, что у нее сломано. Рука, наверное, сломана у него. Нет. Башка не пробита. Во, я что-то нашел, какой-то маленький кусочек. У него на тазобедренности была трещина. Как пропустить урок? Перелезть. Нет, ты не пойдешь домой, ты будешь учиться. Работает один раз в год. Естественно, Санта-Клаус. Кто заглядывает в заднюю дверь? Стоп, подожди, тут надо подумать. 12 seconds later. Ой, вижиськи кончаются. Я не знаю, ребят, как пройти? О! Я ее просто достал. Жизьки кончились, но это, ребят, еще не все. Мы с вами поиграем в еще одну игру, называется Комикс Боб. Вот такая у нас необычная. То девочка ищет какого-то аборигена, да? И, в общем, у нас тут смысл игры заключается в том, что тут есть у нас выбор. Так, либо полить, либо попить кофе. Давайте попьем кофе, сделаем что-то необычное. А, польем их кофе. И они... Опа! Неправильный ответ. Ага, то есть если мы делаем неправильно, у нас все заканчивается. Ага, значит давайте делать все без ошибок. Попробуем так, польем. Ага, у нас тут необычный такой выбор, такие анимации. Вот эта девушка, конечно, да? Вот эта девушка, ничего себе, так полили. Давайте дальше, у нас тут интересная такая шкала. Вот так мы идем. Опа, смотрим, любуемся собой. Ага, и сзади у нас тут какое-то привидение. Так, что нам нужно сделать? Либо разбить, да, защищаться. Защититься. Да, все правильно, все нормально. Идем дальше. Тут она без ошибок, попробуем. Если вам понравится, то мы продолжим играть в эту игру. Так, наверное, звонит он, давайте ответим. Алло. Алло, кто там? Кто это? Все правильно, мы ответим. О! Ее забрали! Не повезло. И что же там сделать? Oh. Осуждаем. Nice. Продолжаем. Два уровня у нас здесь. Девочка у нас идет дальше. Опа, посмотрите, маньяк какой-то бежит. Так, тут надо взять крюк. Вот посмотрите, сверху у нас карабинчик. Оп, зацепились, пролетели. Так, здесь у нас что? Ага, надо... Наверное, вот этой штукой.
А, это ручка, я думал, это пила. Ничего себе, мы так аккуратненько зашли. Все, пошли дальше, что у нас третий уровень. Она мечтает о пещере или выбраться из пещеры. Так, оп, стали. Давай дальше, так. Вот это? Да, рычажок. Зачем тут ракеты, я не понимаю. Так, что у нас, вверх-вниз, давай. Ага, давай вниз. Оп, вот это да, вот это замечательно. И мы вышли? Прикольно, так, наверное, кирку взять, да? Хотя я не знаю. Да, мы разбили. Неужели тут нет ошибок? Так, мы играем теперь за вот этого аборигена волосатого, который хочет найти девушку. Ага, напал на него тигр. Дать ему покушать. На, держи, браточек. Он съел ему руку! Девушка, где вас найти? Давайте. Так, братанчик, я знаю, что тут на тебе мышку. Ты боишься, наверное, мышек. Все, испугался мышек. Тигры точно боятся мышек. Ура, мы победили. Давай дальше, пошли. Так, нужно пройти. Ой, упал в яму. Как же добраться? Наверное, лучше лестницу. Естественно, лестница. Как? Я ж не знал, что он настолько неуклюжий, что даже на лестнице не может подняться. А тут он взял какую-то лягушку и попал на землю, вылетел. Так, у нас какая-то тут страшилка. Так, факел. Опа, мы его сожгли! Нет, это не то! С той девушкой было намного логичней. Опачки, да, это ж она, это она из пещеры вышла. Опа, подарил цветочки, позвал на свидание. Сейчас они будут мутить. Опа, а что это за жест? Осуждающий, так, теперь они пошли вместе на свидание с цветочками. Ага, что у нас тут есть? Так. Угу. Лиса. Опачки. Опачки, чё? Чё? Он нарисовал ее. Мы идем дальше. Так, можно выпить? Не, ну узнай этого чувака, он 100% способен на это. Давайте снимем. Опа, он в трусах. Nice. Опачки, да. Нет, это не работает, надо было выпить. Оказывается, нужно выпить эту воду, ну да. Он настолько сумасшедший, что он даже на это способен. Но этой девочке нравится. Так, давайте дальше. Главное, чтобы без всяких тут ошибок. Так, ее поцелуем, наверное. Давайте ее поцелуем. Нет. И тут у нас кофе получается, да? Сейчас они пойдут кофе пить. Ну все, пошли кофе пить. Есть. Напьем сейчас кофе, да. Теперь он без девушки. Так, он хочет домой. Опа, напал тигр. Что же будем делать? Давайте баллончиком лупанем его. Да, получилось. Есть. Попал! Фух, тут сложновато иногда получается, додумайся, насколько он сумасшедший. Так, ему холодно, он замерзает. Так, зонтик, да? Да. Не, ну учитывая его безбашенность, там может быть что-то другое. И он отправился домой. Мясо. Ага. Лассо, берем лассо. Оп, поймал! Все, схватил мясо, замечательно. Кормили его. Теперь надо пожарить. Да? Пожарим. Так, зажигалка ли? Зажигалка, скорее всего, да? Или тут без разницы? Ну, хотя я не знаю, честно. Три испытания. Что же теперь ты сможешь делать? А, он хочет пока посидеть на унитазе. Ну, какой-то он грязный был. Ой, туалетную бумагу забрали. Что же делать? Так, как же теперь у него забрать туалетную бумагу? Так, давайте приманочку сделаем. Ага, для него. Опачки. Он сейчас влюбится. Да. Опа, и выронил. Еее, победили. Так, крокодил. Палкой, либо лассо. Так, он откусит 100%. Ага, мы заткнули ему рот. Все, палку он откусит, потому что мы помним, что мы кому-то засунули палку, и он... Ему откусили руку. Посмотрите. Он побрил эту овцу. Необычно. Он хочет устроить романтический вечер. Так. Наверное, лучше закрыть пасть. Потому что если он возьмет, то ему откусит руку. Все, забрали яблочко. Такие необычные квесты с различными подвохами. Ресторан. Ага. Закроем тогда, что ли? Все, откусили. Так и знал. Две палочки. Так, он сейчас их как-то возьмет, наверное, да? Вот так. Он их съел. Хочешь сделать суши? Так. Червячок или ножик? Давайте попробуем червячок.
Она съела ему руку. Ножик даем ему тогда, получается, да? Ты что, сейчас будем делать резать? Ну, я изначально думал ножик, но учитывая его неуклюжесть, может быть все что угодно. Хорошо, 10-й левел пройден. 10-й левел, хорошо. Давай удочку. Что дальше? Надо поймать рыбку эту. Отработать потерю. Так, на валенок или на... Ой, давайте на жучка. Сейчас, наверное, он уплывет или откусит ему ногу, да? Нет. Поймали, поймали. Так. Ну, на валенок, наверное, глупо ловить. Так, нужно как-то спасти. Так, за кого? Давай за девочку. Я ошибался. Или нет? Нет, не ошибся. Да ладно, она на хвосте его притащила. Замечательно. Ура! Победили! Вот, держи свою рыбку. Два уровня. Так, нужно одеться. Угу. Пчелы. Так. Наверное, нужно спрятаться в кусту. Да. Отбиваться от них бессмысленно, потому что они его укусят. Дальше. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, за кого потянуть? Я даже не знаю. Давайте здесь за зеленую. А, зонтик у него. Вот это добренько. Повезло, повезло, как говорится, да? Повезло. И он отправился домой. Достаточно необычной игры сегодня, ребят, согласитесь. Лайк, ребят, если вам понравилось. Если вам понравится, то я обязательно продолжу. Подписывайтесь на канал, если вы тут привык, чтобы ничего больше не пропускать. Посмотрите целый плейлист с этими прикольными играми. Рассказывайте друзьям, жмите на вот эту штучку, чтобы подписаться. Посмотрите вот эти видосы. Это специально для вас. Это еще одно прикольное видео по одной игре, которую я для вас выберу. Тыкайте, ребят, вы не пожалеете. А с вами был, как всегда, я реализую там счастье, успехов, всего самого наилучшего. Тыкайте, берегите себя и свои близкие. Будьте счастливы и будьте, конечно, здоровы. Увидимся уже в новых видео. Пока.